Американская компания Marine Robotic Vessels International разработала комплект оборудования, при помощи которого можно превратить любую лодку в беспилотный разведывательный аппарат. Таким образом, эта компания предлагает решить проблему пиратства в странах Юго-Восточной Азии. Беспилотные лодки можно использовать для патрулирования прибрежной зоны, а также для сопровождения судов, которые следуют через опасные районы. В комплект, в частности, входят микрофоны, видеокамеры, радар, сонар, а также система глобального позиционирования. Лодкой будет управлять компьютер. Маршрут вводится в него заранее. Оператору лишь остается следить за показаниями приборов.